Всем привет! Приглашаю вас без чемоданов и без билетов в путешествие по Востоку. Пристегните ремни и в путь! Привет, я Никит Никитин, это еще одна достопримечательность Гонконга, музей восковых фигур Мадам Тюссо. В Гонконге есть филиал знаменитого лондонского музея восковых фигур «Мадам Тюссо», который был открыт в 2000 году. В Китае два отделения музея, второй находится в Шанхае. Коллекция музея включает в себя 100 восковых фигур исторических личностей, звезд эстрады и кино, мировых лидеров и спортивных героев. Треть экспозиции – это фигуры всемирно известных личностей азиатского происхождения, 16 из которых – гонконцы. Удается встретить Брюса Ли прямиком в музее, ну, так, с живьем, да, и отделать его. В музее можно познакомиться с историей создания восковых фигур на примере фигуры кинозвезды Энди Лау. Оказывается, изначально один из высококвалифицированных скульпторов музея «Мадам Тюссо» получает прямой доступ к знаменитости и подробно описывает все оттенки волос, глаз, кожи, снимает более 500 точных измерений тела. Самое важное для скульптора – увидеть особенности человека, чтобы затем отразить его индивидуальность на воске. Мы побывали в очень интересном месте, но на этом путешествие не заканчивается. Продолжение следует.